Они чувствуют себя под водой так же комфортно, как и на суше. Их путь к поверхности так же легок и стремителен, как и погружение в глубину. В Брянске прошел открытый чемпионат области по фридайвингу. Гидрокостюм, маска, ласты, подводный компьютер и больше ничего. Никакого акваланга и других аппаратов дыхания. Ведь фридайвинг – это погружение в воду на задержке дыхания. Те, кто занимаются этим видом спорта, называют фридайвинг не просто увлечением, а философией жизни, свободным полетом. Для фридайверов преодоление толщи воды – это преодоление самого себя. Возможность просто побыть в воде, а возможность не дышать в воде – это еще больше. А при выезде куда-то на глубины, например, хоть они у нас не очень большие, но это очень большое такое подспорье, чтобы снять стресс. То есть и плюс люди очень необыкновенные во фридайвинге. Фридайвинг основан на естественных возможностях человеческого тела, которые позволяют задержать дыхание, провести некоторое время под водой и вынырнуть без стресса и волнения. Фридайвинг безопасен, если соблюдать правила тренировок. Для того, чтобы научиться этому экстремальному виду спорта, необходим опытный инструктор. Фридайвингом может заниматься любой человек, у которого в первую очередь есть желание, и нету каких-то особых медицинских противопоказаний. В простом обычном дайвинге идет дыхание под водой. То есть у вас есть запас газа в баллоне за спиной. Во фридайвинге вы можете рассчитывать только на тот воздух, который есть у вас в легких. Открытый чемпионат Брянской области по фридайвингу – это первое официальное соревнование в нашем городе. 12 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Минска и Всеволожска приехали в Брянск состязаться в умении продержаться под водой без дыхания как можно дольше. Победителей определили в мужском и женском зачете. Брянские фридайверы на фоне соперников показали хорошие результаты. У вас очень хорошая команда, у вас хороший клуб, который действительно, в общем-то, собрал в себе дружную команду энтузиастов, которые действительно любят этот вид спорта, постоянно совершенствуют. Чтобы добиться высоких результатов, спортсмены тренируются на протяжении нескольких лет. Анатолий занимается фридайвингом 1,5 года и считает, что его увлечение дает очень многое. Гармонию какую-то в душе, умение расслабляться там, где это нужно, умение напрягаться там, где это нужно. Опять же, новые друзья, новые знакомства. Участники соревновались в трех дисциплинах – статическое апноэ, динамика без ласт и динамическое апноэ в ластах. Победителями стали спортсмены, которые показали лучшее время и набрали наибольшее количество очков в каждой дисциплине. К слову, женский состав оказался сильнее мужского. Но проигравших на этих соревнованиях не было, ведь фридайвинг – это не только вид спорта, но и увлечение, здоровый образ жизни, возможность обрести новых друзей, которых объединяет страсть к глубине. Кристина Костюченко, Владимир Шалобудов, телеканал РНТВ Брянск.